Впрочем, на интенсиве «Остров» будут говорить не только о летательных аппаратах. Одна из площадок посвящена разработкам в сфере биотехнологии сельского хозяйства. На ней побывала Алена Кузина. Залог хорошего урожая – плодородная почва с большим содержанием гумуса и микроэлементами. Как оценить состояние земли, восстановить ее и защитить растения? Над этими вопросами Олеся Пищенко, аспирант Аграрного университета и сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, работает не один год. Плодородие почвы, конечно, это одна из самых важных частей продовольственной безопасности. Сама я занимаюсь прогнозированием урожайности, вернее, разработками программ прогнозирования урожайности для Гидрометцентра России. Поэтому мне интересно послушать другие мнения, узнать новые веяния. Также современные технологии позволяют проводить мониторинг сельскохозяйственных земель в реальном времени. Беспилотники собирают данные о почве, ее состоянии и растениях. В соседнем зале участники интенсива «Остров» обсуждают вопросы здоровья человека и как с помощью технологий улучшить и продлить жизнь. Чтобы у нас рождаемость росла, чтобы люди были здоровы и долго сохраняли активное долголетие. В этом вопросу сегодня будет посвящено наше заседание. Это вопросы медицины, связанные с тем, чтобы защитить человека от болезней старения. Это вопросы питания, поскольку питание определяет в огромной степени наше здоровье. Интенсив «Остров» – это проектно-образовательные площадки, которые объединили представители производственных компаний, ученых и студентов из Москвы, Калуги, Сахалина, Хабаровска и городов Сибири. На протяжении 5 дней участники будут посещать лекции, мастер-классы, разбирать конкретные ситуации и находить решения практических задач. Интенсив всегда предполагает сочетание групповой и общекомандной работы. Наверное, каждый здесь имеет возможность представить свою идею, добиться того, чтобы эта идея стала идеей всей команды и воплотилась уже в реальный проект, в реальное решение. А результатом работы «Острова», безусловно, станут те продукты, те наработки, те проекты и рекомендации, которые мы будем передавать большому архипелагу. Он пройдет в июле на Сахалине. Основные направления этого года – биотехнологии, креативная экономика и беспилотные авиационные системы. Алена Кузина, Даниил Колпаков. Новости ОТС.